What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Всем привет, ребят! Я Артём Топыч. Сегодня я вам расскажу про битву Мегалодон против Дункулевостей. Погнали! Мегалодон. Самая большая в истории акула. Или же нет? Давайте рассмотрим все с точки науки. Мегалодон не относится к больше белого акулы. Он относится к Атодусу Мегалодону. К Атодусу. То есть теперь он Атодус Мегалодону. Средняя длина такого монстра составляла не 15 метров, а около 10-12 метров. Так как в обогащаемомся кислороде при длине 15 метров мегалодоны просто бы умирали бы. Вес такого существа мог составить около 60 тонн, но это не играет ни на какую пользу, а наоборот большой минус, так как он не был маневренным и очень быстрым. Средняя скорость мегалодона составляла 8 км в час. Но если так считать, то это тоже не является, так как Дункулевостей тоже не самая быстрая рыба. И на самом деле челюсти мегалодона были довольно мощные, если так считать. Они могли сжиматься с силой укуса более 2,5 тонны. И это, да, довольно круто. Зубы мегалодона были довольно острые. И, кстати, он питался падалью. На мох, кстати, охотится на больных животных. Но Дункулевостей тоже не самый крутой. Его средняя длина составляет 4-5,5 метра. Максимальная же длина 6,8 метра. Весил он около 548 килограмм. Мох, кстати, весит и целую тонну. Скорость такого монстра составляла 3-4 км в час. Его панцирь был довольно непрочный, да. Но, если так считать, то у него такой же плюс, как и у мегалодона, мощные челюсти. Представь себе, у Дункулевостей они закрывались со скоростью в 1 милю секунды. Это большой результат. Ну а сейчас я хочу подвести итоги. Мега-битвы Мегалодона против Дункулевостея. Все же я считаю, что Мегалодон победил Дункулевостея. Но вы пишите свое мнение. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь еще раз и пишите своих динозавров или животных. Мне лично просто.